Я звоню, чтобы сказать, что мы не будем делать операцию. Тебе необходимо сделать операцию. Ну, судя по вопросам, у тебя не очень хорошо с твоей людьми. Данияр Маликович, алаях болып шықты. Это же мой отец. Мен апарған құжаттардың бәрі жалған болып шықты. Он всегда мне казался скользким. Не может быть такого. Айгуль! Айгуль! Айгуль, стой, подожди! Ты что, плачешь? Ну, посмотрите на нее. Совсем как мать. Плачет, а сказать толком ничего не может. Ну, говори, что случилось. Я узнала, что мой отец целую ночь. Ясно. Давай спать. Завтра я все знаю. Так вот какой ты человек. Интересно, какой же я человек? Алчный, бессердечный. Готовый на все ради денег. Доченька, я тебе рекомендую следить за тем, что у тебя изо рта вылетает. Ну-ка спать. Наживаешься? Да кто наживается? Ты что несешь вообще? Какие деньги? Которые ты взял у мамы ЖСУ? Или ты думал, что я ничего не узнаю? Ты знаешь про Жасулана? Какая разница? Главное то, что мой родной отец делает ложные документы инвалиду за какие-то жалкие 500 тысяч! Ну, закрой свой рот! Ты ничего не понимаешь. Что думаешь, я все это из-за хорошей жизни что ли делаю? Ну да, какая же у тебя сложная жизнь, папа! Да вот это все, между прочим! Ради твоего же будущего! Ради тебя! Отстань, Жасулан! Или ты хочешь ему жизнь испортить? Эмиля. Жасулану уже ничего не поможет. Ну и так же все испорчено. И ты к этому тоже причастна. Я не хотел тебе об этом говорить. Помнишь аварию? Могла остаться инвалидом. Моя маленькая дочь инвалид. Но благодаря Жасулану и мне ты ходишь, а не сидишь в коляске. Не помнишь, да? После аварии тебя привезли в больницу. Жасулан уже лежал на реабилитации и готовился к операции. Его родители принесли деньги. Так вот,
Реабилитация прошла успешно. Только не для Жасулана. А для тебя. Понимаешь? Жасулану сделали ложную операцию. Как ты думаешь вообще? Ты думаешь, тебя я спас? Да? Что ты думаешь? Ты думаешь, что вот эти деньги, которые я взял, заложи все, что у нас было, все! Думаешь, их хватило? Нет! Их не хватило. Задумали деньги Жасулана! И они пошли тебе! А ему сделали операцию ложную! Я бы и сейчас так поступил, понимаешь? Я бы поступил бы точно так же! Я все делал ради тебя! Да мне плевать на этих детей! Меня же только ты, понимаешь? Доченька, доченька, со мной без доченька! Что? Ты отпусти! Ты мне больше не отец! Я тебя никогда не прощу. Огурочка, подожди. Огурочка. Шанатала, здравствуйте. Можно к вам зайти? На Б1 остался. Я возьму его. Вот, блин, крыса. Грибочек прячется. Жасик, куда ты прешь? Тебе же Ербол сказал. Я думал, Марату сказал. Команда, тихо. Все еще нормально. Ербол, ты где? Я на третьей зоне. Что ты там вообще делаешь? Мы же проходили уже через такое. Просто вспомни, для чего ты играешь в эту игру. Когда ты играешь в нее, ты отвлекаешься от всей суеты. Так просто расслабься. Полностью расслабься. И наслаждайся, хорошо? Все окей. Давай. Феникс, вы лучшие. Так держать. Баян, на центр, в центр сместись. Хорошо. Айгуль, я поставил чайник. Если ты проснулась, пойдем завтракать. Жена Тара, вы простите меня, что я потревожила вас поздно ночью. Мне просто некуда было идти. Айгуль, не беспокойся, все в порядке. Ты только объясни, что вчера произошло. Я поругалась с отцом. Теперь не видеть... Не слышать его не хочу. Домой тоже не хочу. Об этом стыдно говорить. К
Крагиолом. Салям себе, Алина Крагис. Салям себе. Здравствуйте. Біз анау дәрігер туралы сөйлесейік деп едік. А, иә, ол кісінің құжаттарын тексердім. Сіздерге ұқсас құжаттар өте көп екен. Сіздер сияқты зардап шеккен науқастардікі болуы мүмкін. Вот подлец. Иә, бірақ бір мәселе болып тұр. Қандай? Оны жазалау үшін бізде нақты айғақ дәлел жоқ. Дәлелсіз біз ештеңе істей алмаймыз. А может, хотя бы скриншоты переписок? Чек, куда мы отправляли 500 тысяч тенге? Этого недостаточно, что ли? Жоқ, ол да жеткіліксіз. Бізге нақты қағаз жүзіндегі дәлелдер керек. Сонда сіз мүлдем ештеңе істей алмайсыз ба? Айман. Айман, түсініңізші. Мен сіз түсінем, сіз әділетті түрде оны жазылағыңыз келеді. Бірақ сіз де біз түсініңіз. Біз шайғыны қайырымдылық қорымыз. Біз тергеуші емеспіз. Кешіріңіз. Түсінем ғой. Жаңалықтар болса, хабарласыңыз. Иә, әрине, әрине. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Айман, дети, главное, не теряйте надежду. Не переживайте. Мы обязательно найдем выход. Рахмет, қызым. Поздравляем вас с победой. Это все благодаря моей команде. Ваша команда сегодня показала невероятную игру. В чем секрет? Как вы так выигрываете? На самом деле нет никакого секрета. Мы просто любим играть в эту игру и все. А что бы вы посоветовали своим фанатам, которые за вами следят? Если нас смотрят такие же люди, как и мы, с инвалидностью, ребят, никого не слушайте, пробуйте все. И самое главное, будьте в поиске себя. А вы нашли себя, как думаете? Если честно, я все еще в поиске. Но играя в Q-Strike, я наслаждаюсь. Но я хочу сделать что-то большее в жизни. Спасибо большое, еще раз вас с победой. Оказывается, Жасулан прикован к инвалидной коляске из-за меня. Это я должна была быть инвалидом. Это все мой отец. Айгуля. Ведь это сделал он, но не ты. И, возможно, у него на это были причины. Жанетага, не оправдывайте моего отца. Такой мерзкий поступок не оправдает ничто. Он предал не только меня, он предал себя. А за это я его никогда не прощу. Команда, которая состоит только из людей с инвалидностью, врываются в киберпланету. Давай, давай, заходи слева, там чисто. Я уже прикрываю, заходим вместе. Да куда ты, там же эти. Так, 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 успокоились. Это вот Джессик, аккуратно. Я их сейчас подорву. Зайдете сзади. Ребята показывают просто невероятную командную игру. Их фанатов становится все больше и больше каждый час. Молодцы! Так держать, ребята! Баян, я не знал, что ты так катаешь. Добрый день.
У нас тут рейд проходит. Предъявите ваши документы. Вот. Ильясик, а мы тебя по всему городу ищем. А ты тут таришься, да? В смысле, меня? В прямом. Кто родину будет защищать? Не хочешь учиться, будешь учиться маршировать. Подождите, какая армия? Я вообще-то в универе учусь. Пробей-ка его. Учится ли он? Так, Анат Федяс? Так он же отчислен. Еще и недавно. Ильясик, нехорошо обманывать. Теперь рядовой, будущий рядовой Канатов. Мужество, честь, долг, обед по расписанию ждет тебя. Мужики, вы чего? У меня команда, у меня турнир, я их директор. Забирай его. Ребят, нет. Чего ты переживаешь? Через год вернешься, осанку выпрямишь, мышцы накачаешь. Я не понимаю вообще, что ты ноешь? Кеток. Ребят! Жасман! Айгуль? Привет. Все хорошо? Привет. Мне нужно тебе кое-что сказать. Да, давай. Что такое? Я не знаю, как это сказать. В общем, ты лишился возможности ходить из-за меня. Айгуль, если это какая-то шутка, то не смешно. Да слушай. Когда я попала в аварию, у тебя тоже случилась трагедия. И твой отец обратился к моему отцу за лечением, но у моего отца не хватило денег на мое. В общем, он потратил ваши деньги, а тебе сделали ложную. Сейчас, ладно. Да. Обратились. Игуль, он пожертвовал своим лечением от рака, чтобы это оплатить, ты знаешь? Что? Он мог жить. Мог быть с нами. Это из-за меня, Игорь. Прости, пожалуйста, Жасман. Прости. Это из-за меня. Прости. Это прости. Я виноват. Прости. Прости меня. Карина, мама попала в Арнклай. Все хорошо. Почему вы спросили? Жай. Сендер мектепте оқып жүргендерінде мамаңмен жақын араласатынбыз. Правда? Я не знала это. Я. Сенің атаның өте жақсы адамдар. Сен кішкентай кезіңде кез келген еркелігіңді көтеретін еді. Да, они сильно заботились обо мне. Иногда это переходило все границы. Отдавали на все секции, ходили по пятам. Не то чтобы это мне нравилось. Хотелось больше свободы. Кызым, олай етпа. Атаның сені қатты жақсы көргендіктен қамқорлық танытқандар ғой. Возможно, вы правы.
ходить. Какого черта? Я мог ходить! Почему? Үйіңізді саттық. Енді сенің операцияңа ақша бар. Сен міндет түрде аяғынан тік тұрып кетесің. Ой, мұны болма. Барлық жақсы болды. Операция прошла неудачно. Мне очень жаль. Но ваш сын никогда не сможет ходить. Здравствуйте. Здравствуйте. Ильяс, значит. Как у тебя со зрением, Ильяс? Блин, знаете, очень плохо. Почти не вижу. Третий ряд снизу. Прочитай. Б. М. Понятно. Б. Понятно. Прописываем, что у тебя зрение минус 3. Ужас. Спасибо большое, доктор. Стоп, а почему здесь написано, что у меня зрение в норме? Раз ты это увидел, значит, зрением все нормально у тебя. Рахмет. Ладно, Джессика, соберись. Толку грустить, уж терять нечего. Главное, чтобы мама об этом не знала. Все просто так не ставлю. Надо наказать этого гада. Все, подходите сюда. Что? Что сделать? Сюда, подходите, говорю. А! Поздравляю, вы годны. Что? Я голый? Годен вы. Бодрый? Годен вы. Потный? Не годен вы. Идите, идите уже отсюда. А? Сам такой. Игуль, я хочу вывести его на чистую воду. Он предал моего отца. И надо его наказать. Если это сделаю, ты перестанешь быть моим другом? Конечно, нет. После того, сколько вреда он причинил тебе и твоей семье, я и сама хочу, чтобы все об этом узнали.
Иначе он продолжит делать это дальше. Спасибо. И как ты собираешься поступить? Я не знаю пока. Но сначала надо найти людей, которые так же пострадали, как и я. Но я не знаю, как. А если ты выложишь его в вашу инстаграм-страничку? Она сейчас популярна. Но ведь это же для команды. Ну, я не думаю, что твоя команда будет против. Тем более они понимают тебя лучше всех. Думаешь? Можно попробовать, да. Классная идея. Друзья, всем привет. Все вы знаете, что я не могу ходить. И сегодня вам расскажу, почему. Дело в том, что в одно время врач по имени Данир Маликович сказал, что после платной операции я смогу встать на ноги. Но, как выяснилось, операция оказалась поддельной. А деньги он оставил себе. И вот, друзья, если среди вас есть те, кто лечился у него, или вы знаете кого-то, кто лечился, ребят, пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Репостните это видео и поддержите меня. Потому что мы можем спасти судьбы многих людей. И я сильно надеюсь на вашу поддержку. Бәріне керек еңге, қалта іздейді сенге, сапты түздейді сенге, бөлек амалғындай қарнымды толды сенге, қызыл жасыл сенге, жаңа тәсіл сенге, bitch don't kill my vibe. Бәріне керек еңге, қалта іздейді сенге, сапты түздейді сенге, бөлек амалғындай қарнымды толды сенге, қызыл жасыл сенге, жаңа тәсіл сенге, bitch don't kill my vibe. Жо-жо-жо, менде көз ашық, көкірек ояу, әңгіме дерсек қана шын керегі жоқ, қиялдың айналаның қысымыздар. Қай жерде жүрсең де мен секілді көп жігіттер бар, бірақ қолдары кісен, мен көзімді жұмам. Әңгіме істейм деп туыстардан, бірақ құлағыма келет бір түрлі дыбыс қуыстардан. Күнде елестейм белгісіз бір бола шағым, оңы шады қалым қынаша, мен сөйтіп жүреймін жаймен. Бәрібір кім не десе де өсірдемін енді мың есемін. Үйіме келсең қару менің, сол қару менің өзіңді тесемін. Қалта іздейді сенге, сапты түздейді сенге, бөлек амалғандай қарнымды толды сенге, қызыл жасыл сенге, жаңа тәсіл сенге, bitch don't kill my vibe. Бәріне керек еңге, қалта іздейді сенге, сапты түздейді сенге, бөлек амалғандай қарнымды толды сенге, қызыл жасыл сенге, жаңа тәсіл сенге, bitch don't kill my vibe.